В этой истории переплелись сразу два уголовных дела. В первом на скамье подсудимых оказался Сергей Ремянников. Именно у него случился конфликт на парковке, в результате которого погиб Вячеслав Бретенков. После смерти отца, сколько суды длились, суд, он так себя виновным и не признал. Получается, делался только административным. Тогда сыновья погибшего не стали оспаривать решение суда и начали забывать о человеке, который, по их мнению, виновен в смерти отца. Но спустя два года он сам напомнил о себе. Сергей Ремянников заявил, что в тот роковой вечер братья Бретенковы избили его. Так, в марте 2020 года Анатолий и Константин оказались на скамье подсудимых. Нас признали виновными по уголовному делу, что якобы мы причинили вред здоровью человеку легкой. Хотя вину нашу вообще не доказали. Все сведения, которые дает наш потерпевший, они противоречивы. Доказательств под собой никаких не имеют. Просто голословное обвинение. Братьям присудили 200 часов исправительных работ. Хотя наказание Константин и Анатолий исполнили в полной мере, с приговором осужденные не согласились и подали жалобу в кассационный суд. В феврале этого года он отменил решение местных властей и вернул дело на рассмотрение. Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Я из-за этого обвинения потерял работу. Мне пришлось новую работу искать. То есть сейчас-то вы чего добиваетесь? Отмены своего приговора, чтобы меня реабилитировали, меня, брата. Сегодня состоялось первое судебное заседание. Потерпевший Ремянников и его адвокат отказались от комментариев и запретили их снимать. После прения сторон судья удалился. Оглашение приговора по делу назначено на 24 июня. Анастасия Саблина, Владимир Покровский. Наши новости.